тайский зеленый чудо-бальзам на травах. Производство фирмы Банна. Стеклянная баночка с металлической крышкой. На баночке инструкция, этикетка на русском языке. 50 грамм бальзама ярко-зеленого цвета. Бальзам обладает выраженным, но не резким запахом. Запахом достаточно приятным, кстати, тайских бальзамов. Этот бальзам на основе растения клинокантус паникающий. Бальзам нацелен на устранение кожных проблем и на стимуляцию процессов, запускающих регенерацию кожи. Его можно использовать против следов после акне, при ветряной оспе, при грибковых заболеваниях. Такой бальзам наносится 2 раза в день на проблемный участок кожи. Не нужно использовать в детском возрасте до 5 лет, также при беременности и лактации. Такой бальзам вы всегда сможете приобрести на площадке нашего интернет-магазина «Аптека Тай». Будьте здоровы!